Они полы помыли, посуду разобрали, обед приготовили. Почту не разобрали. Точно, скорее. Утренняя почта не ждет. Есть письма для нас? Никогда нет писем для нас. Все для господина, для господина, для господина и... О! Что там? Такой красивый конверт, печать царская. Похоже на какое-то приглашение. Ох, интересно, что там? Служанки, где наконец мой завтрак? Время близится к полудню, а завтрака все нет. Что это у тебя? Лично от царя. Естественно, ведь не может он забыть про великого меня. О чем письмо, господин? Приглашение на бал, я ради моего горничная. В честь дня всех святых царь устраивает костюмированный вечер. Так что сегодня меня к ужину не ждите. Ах, бал, о, как бы я хотела попасть на него. И я, только представь, начинает играть музыка, кавалеры приглашают прекрасных дам, все кружатся в вальсе, ах, а эти изумительные волны юбок, стук каблучков. Платье, посмотри на нас, в этих лохмотьях нас никто не пустит на бал. Псс, девчонки, хотите немного волшебства? Кто ты? Это я, ведьма, то есть ведьмак. В смысле, ведьм крестный? Ведьм? Крестный? Это я. Настало время мне исполнить одно желание в честь Дня всех святых. И я обязательно помогу вам попасть на бал. Ну, ты выглядишь слишком мило для ведьмы. То есть ведьма, ты точно умеешь колдовать? Да, и сейчас я докажу вам, превратив эту тыкву в прекрасную карету. О, дела, что происходит? Это не карета. Это была тыква на ужин. Кажется, что-то немного пошло не по плану. Но ничего, со второго раза точно все получится. Так, спокойно, спокойно. Не надо никакого второго раза. Я с первого тотально все понял. Давайте, будто типа так все и надо, а? На крайний случай можно будет его устроить садовником. Но, ведь крестный, кареты у нас все еще нет. Не печалься. Я превращу этого милого кролика в лучшего скакуна. Это еще кто? Я кролик. О, божечки, какой он милый. Давай оставим его. Давай, 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 давай. Ладно, этого тоже оставим. Но у нас все еще ничего нет, ведьм крестный. Ты точно умеешь колдовать или просто врешь нам? По-моему, запахло кострами инквизиции, ведьма. А, ничего, ничего, сейчас я все исправлю. Вот, смотрите на этого кота. Он превратится в мудрого помощника и точно все нам придумает. Это что за очкарик? Мудрый помощник? Мяу. Он что, говорить не умеет? Он тоже миленький. Мяу-мяу, мяу-мяу. Да. Эй, братан, ты вообще колдовать-то умеешь? Давно не практиковался. Насколько давно? Никогда. Но я научилась. Ясно все с тобой. Но нам нужно красивое платье хотя бы. Мы же не можем пойти в этом. Нет, давайте тотально без всей этой магии, окей? Это ж бал в честь Дня всех святых. Скажите, что вы демонические горничные. Демонические горничные? Чего только в аниме не бывает, поверьте мне. Ну, вы готовы ехать на бал? Ну, нам не на чем. У тебя был лимузин, и ты не сказал? Хотела посмотреть, сможешь ли ты наколдовать что-то нормальное. Короче, все в машину. Мы не можем опоздать на бал. Мяу? Да, и ты, мудрый советник. Не оставляй же тебя здесь. Ей-богу, тебя больше всех жаль. Бал уже начался, ваше величество. И что мы грустим? Это же была ваша идея. Хотя я говорил, что разумнее было бы потратить финансы на... Ой, да ты хоть помолчи. Скучно мне, одиноко. В чем причина на этот раз? Эх, приснился мне сегодня странный сон. Будто повзрослевшие сестры на бал пришли, танцуют со мной, смеются, спорят, как раньше. Эх, это так согревало душу. Понимаю ваше горе, однако ваши сестры пропали 20 лет тому назад, и мы так и не смогли их найти. Но неспроста же мне приснился перед балом такой сон. Вдруг они дадут о себе знать. Не хочу вас разочаровывать, но они могут быть... Конечно, я уверен, что они могут быть не похожи на себя в детстве. Но сердце точно подскажет мне, если я увижу их. Как скажете, ваше величество. Однако пока вам стоит обратить свое внимание на реальность. Вокруг много прекрасных дам, так станцуйте же с ними. Не хочу. Они все скучные и так и норовят открутить мои красивые пуговки. Уже 3 штуки оторвали. Это флирты девичьего мнения, ваше величество. Ну, если вам не любят дамы, то пообщайтесь с умнейшими людьми царства. Они такие скучные. Ну, я не знаю, что вам еще предложить. Вот, новые гости. Пообщайтесь с ними, покажите свое радушие.
будто они меня ни разу не видели. Не хочу. Уверен, они будут рады пообщаться с самим царем. Ну, вас всех. Пойду лучше поем. Ой, мужик, прости, не заметил. Ты жив? О, святой Бетховен, кажется, не очень. Вставай, давай. Сестра, узнаешь этот голос? Это господин. Скорее, уходим. Упустим. Кого-то мне эти особо напоминали. У каждой третьей фрейлян такая фигура и грация, знаешь ли. Да нет же. Эти лица, будто покойная матушка нашего царя сошла с портрета. Ну, не знаю, уж больно на служанок моих похоже. А те уж точно далеко не царевны. Не могу же я царевен найти на рынке. Найти на рынке? Ну да, занятная история. Шел я по рынку, смотрю, две девчонки плачут. Ну, подхожу, спрашиваю, что случилось. Мама где, папа где? А они молчат, дуются. Бездомный, наверное, родителей-то и нет. И забрал себе, исключительно по доброте душевной. Ну и там некому прибираться и готовить было. Так это ты убрал сестер царя? Вообще-то я нашел их. Стоп, кто они? Это не меняет сути, ты украл у меня их. Когда ненадолго отвлекся на новые модели роялей. Следить надо за детьми, а не за роялями. Ох, я же сказал царю, что они пропали без вести. То со мной будет, когда он узнает, что они здесь. Ох, с его нравом мне точно придет конец. И они больше не смогут мне готовить? Мы должны не дать им встретиться. Точно. Я утаскиваю их домой, а ты уводи царя. Мяу-мяу, мяу-мяу. Мудрый советник прав. Мы не дадим злому плану свершиться. С нами моя магия. Лучше бы без нее. Ну ладно. С нами мудрость советника. Мяу. Обаяние кролика. Вообще-то, я еще неплохо танцую. И умение быстро вставать из затруднительных положений у пана тыквы. Эх, ну хоть глупцом не назвал. И вместе мы добьемся счастья для моих подопечных. Скоро уж полночь, сестра. Не пора ли нам домой? Последний танец. К тому же, кажется, господин нас так и не узнал. Что ж, ты права. Последний танец и домой. Ох, извините, ваше величество. Ничего, это моя вина. Как я мог не заметить такую красоту? Эй, ты губу на мою сестру не раскатывай. То, что ты царь, не значит, что я не могу воткнуть в тебя нож. Я не хотел, что вы. Суровая леди, я... Называй Наташу суровой. Она милашка. Оля, я же говорила, что я не милашка. Ох, дамы, не ссорьтесь. Правда, нет никаких поводов. Вы, дамы, будто мои сестры в детстве. Они тоже никогда не могли прийти к общему мнению. Оля была такой заботливой, такой нежной. А Наташа воинственной, но такой милой. Брат! Родные мои, как же так получилось? Я думал, вы пропали много лет назад. Мы обыскали все леса, поля и канализации. Нас украли! Я нашел и спас вас от голодной смерти. А зачем ты врал, что у нас брата нет? Да я не знал! Это был ты, мой в мундире. Мяу-мяу, мяу-мяу! Мудрый советник говорил, один плохой человек потерял, а второй нашел и забрал себе. Вы! Да как вы посмели? Казнить их, расстрелять! Нет, брат, помилуй, я сама их добью. Помилуйте и выгоните туда, где они будут нужны только друг другу. Ну ладно. В честь такого праздника так и быть, убивать не буду. Пожурите их быстренько, да и бал пора закрывать. И типа не стыдно вам обоим, а? Один за детьми уследить не может, второй вообще людей ворует. Фу, вы ужасны. Ну, что будем с ними делать, мудрый советник? Мяу-мяу. Че это? Что говорит? Почикать вас? Пронесло, дружище, а? Но чем мы займемся? Ну, у меня есть голова на плечах, экономическая база. А ты вроде довольно сильный и исполнительный. Откроем свой пап и будем отпалясывать на рояле. А, у меня есть уж рояль. Да идите вы уже, идите. И не возвращайтесь больше. Ну вот, война прошла, и у нас остался только мир. И... Мяу? Мяу. О, уже полночь. Началась новая серия Шерлока на BBC. Удачи вам. Немного неожиданно, но ладно. Что ж, теперь точно можно сказать, что... Ох, подождите! Пан Тыква не превратился обратно. Я помогу тебе. Эй, давай без рук. Я не тыква. В смысле? Я с соседнего поместья. Великий пан. Просто уснул на чужом огороде, в костюме тыквы. Ну разве у вас такого никогда не было? Ну и ладно. Давай, Лима, подкину тебя до дома. Вот, наконец все уехали. Странно, нас стало намного меньше, но теперь на моем сердце нет той грусти и печали. Потому что семья собралась вместе. А где семья вместе, там и сердце спокойно.